Ли в садах наших вишни рано так начали зреть, рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть. Если б гармошка умела все говорить не твое, русская девушка в кофточке белой. Птицы тебя всюду песней встречают, ждет ветерок у окна, ночью дорогу тебе освещает, выйдя навстречу луна. Если б гармошка умела все говорить не твое, русская девушка в кофточке белой, белый ромашка моя. Где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Что это Иван под моими окнами горланит, а? А я почем знаю? Пусть играет. Пьяным, что ли? И что ты выдумываешь, Тимофей Кондратьевич? Я не пьющий. А ты откуда знаешь, пьющий он или нет? От непутевого все можно ожидать. Ну вот. То Ваня у него первый парень на деревне. Без Вани у нас ни одна свадьба не играется. А теперь непутевый. Да, непутевый. За песни и гармошку трудодней не начисляют. А? Ну, как скажешь. Аполлинар Петрович. Мое мнение такое, Тимофей Кондратьевич. Человек может петь тогда, когда у него, как говорится, есть от чего петь. Верно. А без этого все эти песенки, стишки, опиум, так сказать, отрава. Вот у меня в жизни, я считаю, полный порядок, так сказать, ажур. Да-да. Конечно, я бы не поехал работать в деревню, если бы не вы, Тимофей Кондратьевич. Меня бухгалтером в главку приглашали. Ой, какой мной... шум. Просто слушать невозможно, папа. Любовь Тимофеевна, а? Разрешите сахарку? Ой, извините. Пожалуйста, Аполлинар Петрович. Прошу собственноручно.
Еще пару кусочков. Нам, работникам умственного труда, для интеллекта, так сказать, необходимо большое количество глюкозы. Пожалуйста. Хорошо на улице. Луна, так сказать, соловьи поют. Да, соловьиная пора. Любовь Тимофеевна, идемте, подышим свежим воздухом. Спасибо. Мне уже спать пора. Ну что вы? Поздно. Любовь, а Любовь, открой. Чего ты бродишь по ночам? Непутевый. Ну вот, непутевый. А я думал. Что ты думал? Что думал? Ночь-то какая. Соловьи поют. Чего ты не слыхал? Тихо, быть. Ага.
А ну-ка, приложи. Пожалуйста. Минуточку, товарищи. Ну, минуточку. О! Полное совпадение. Точно. Криминал. Это вы говорите, что гуси тут не при чем. 40 рублей плачу, Тимофей Кондратьевич. Хорошо, Ванечка. Да. Чего у вас? Отстань ты. Спи, спи, Ваня. Глядите, кто же не шелохнет. Почему молчать? Ну, теперь, Вань, держись. И крепче, а то хуже будет. Жалко мне, Едаки, что у такого отца такой непутевый сын уродился. Ну что же поделать, Тимофей Кондратьевич? Гримаса природы. Какая такая гримаса? Кто ты такой? Кто ты такой, я тебе спрашиваю? Я не понимаю всей глубины вашего вопроса. Ты с какой мишкой молчали такие слова, говорю ты? Кто ты такой? Успокойся, Макаровна. Я ведь затем пришел, чтобы узнать, зачем он мне крышу проломил. Не затем, Тимофей Кондратьевич, чтобы у тебя гусей воровать. Не затем. Ну вот что, Иван, делаю тебе последнее предупреждение. Ежели еще что-нибудь, будем из колхоза исключать. Понятно? Понятно. Не для тебя ли в садах наших вишней рано так начали зреть? Рано веселые звезды. Эй, Ванька! Максим, собирай своих чумазых! Мне они не мешают! Передавлю сейчас! Ну и дави, тебе отвечать придется. Ну, непутевая твоя голова! Детки, помяните мое слово, из Ваньки толку не выйдет. Ну, мордастый, вот. Не понимаю, за что только его некоторые девчата обожают. А ты не обожаешь? Нет, за кого-то он. Детки, смех вчера было. Ванька в председательском курятнике крышу провалил. А крышу с подошвами у Любаши. Любаш, ну, Любаш. Да он за свиньями глядит. Тимофей Кондратьевич. А ну, ударь! Ударь! Я лучше уйду от греха. Вы меня до тюрьмы доведете. А ну, посмотри за свиньями. Простите, это не моя специальность. Я пришлю кого-нибудь сейчас. Тимофей Кондратьевич. Ну зачем это? Опять вы вмешиваетесь в мои дела. А кто другой вмешается? Ну кто тебе поможет если не мать, а? Дуня, что он опять натворил? Погони ты его на все четыре стороны. Я тебя погоню на все четыре стороны. До чего непутевый Евдокию довел? Не пойду я, маманя. Сынок, сынок, да как же так? Ну ты ж мне слов дал. Ну, ну что ж ты? Что, мамань, со мной делаете? Стой, стой, Ваня. Ванчик, ты стой здесь, погоди, я пойду посмотрю, сердится он или уж отошел.
Ну, а тебе чего? Чего? Ой, а как дело было? Смотри, Кондратьев, я говорю, я Ванюшке ровно обед. Отстань, хватит с меня. Он слово дал, Тимофей Кондратьев. Грош цена его слову. Попробуй. Ну, последний раз попробуй, поставь его на какую хочешь работу. Ну, только бы парень при деле был. Он в гараж просит. Ах, просится, просится. Он в монтёры просился? Просился. Провода пожёг? Пожёг. Чуть конюшню не спалил. Ни один бригадир его на работу брать не хочет. Лодырь он. Бездельник. Безответственный человек. Вот кто твой сын. Никуда я его не пошлю. Хватит. Не могу. Не можешь? Не могу. А что ты мужу обещал, когда он на фронт уходил? О семье не беспокойся. А теперь сына без работы оставляешь. Мало ли, руку на него поднял, кнутом замахнул. Это же я сгоряча, Евдокия. Ему уже на пользу. Ему уже на пользу. Ну, тише, тише. Тише, тише. Народ слушает. Ну, ну, водички на выпей. Ну. Да пей сам. Доведет человека, да, ну, потом ладно, воды. Да ладно, ладно. Ну, что-нибудь придумают для твоего Ивана. Любка, я тебе задам. Уходите, Тимофей Кондратьев? Да нет, никуда я не ухожу. Значит, обещаешь, Тимофей Кондратьев, а? Обещаю, что кто-нибудь один останется у нас в колхозе. Или я, или твой непутевый. Опять? Ну, за что ты мне он подаешь? Сломанный забор. А ты не лезь, не с тобой разговор. Пошлешь ты мне сына на работу, последний раз тебя спрашивать. Отстань, не могу. Пошлешь ты мне сына на работу, или нет? Пошлю! Только ты уходи. Тимофей Кондратьев. Уходи, а то я передумаю. Ухожу, ухожу. Спасибо, милый. Помоги вдове, ведь Ваня-то у меня одна опора в жизни. Ваня, Ванюша. Хороша опора. Тимофей Кондратьев. Куда бы мне его послать? Мое мнение такое. А мне не интересно твое мнение. А пошлю-ка я его к Захару Силычу. На выучку. Мойщиком. А? Видали, что делает? Лихо. Изобретатель. Все машины сразу мыть хочет. А? Да-да. Эй, Бровкин! Ты что, голубчик, подшутить вздумал? Она сама вырвалась, загадалась. Я ее... Ой! Я тебе покажу, вырвалась! Закажилась! Дай куражку! Обмундирование купаться задумал? От такого работничка не только искупаться, утопиться в пору. Ну, а как, а? Помогает? Как видишь, помогает. Тимофей Кондратьевич, убери его из гаража. Убери, а то я за себя не ручаюсь. Да что ты, Захар, на тебя вся надежда? Тимофей Кондратьевич, я больше не могу. Ты же у меня, так сказать, последняя станция, понятно? Понятно. Ладно. Если я последней инстанции, придется тебя исправить. На всю жизнь помнить будешь. Пожалуйста. О, спасибо, Полиночка. Ну, давай. Вам? О. Пожалуйста. Полиночка, моя нижайшая. Во-первых, не Полиночка, а Полина Кузьминична. Ах ты моя крошечка. Захар Силыч, я из при исполнении. Понимаю, Полина Кузьминична. Я прошу... Захар Силыч, кто это вас окунул? Небось, новый помощничек. Вот именно. Полиночка, я человека должен перевоспитать. Что-нибудь согревающего. В вашем положении, Захар Силыч, горячий чай – самое первое дело. А этого немножко, чтобы вы не простудились. Сейчас сахарку дам. Захар Силыч. Конфетку.
но об этом никто не узнает. Ну что ж, займемся исправлением последней инстанции. Будете довольны. Закон моря. Морское, задушевное. Карина, Карина. Ну, раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко. Эх, Ванюшка, тянет меня к морю. Тянет. Захарсилович, ну где же вы пропали? Петя, дорогой, причаливай к нашему берегу. Да некогда мне. Получишь удовольствие. Связался черт с младенцем. Слыхал, как с начальством разговаривает? Не обращайте внимания, Захарсилович. Есть, не обращать внимания. Вольно. Умница ты у меня, Иван. Почему же я тебя раньше не знал, а? Не знать такого парня. Позор. Скажи, чего ты хочешь? Не знаю, Захар Силович. Не знаю. Хочешь, я из тебя шофера сделаю? Шофера? Да. Хотеть-то хочу, да боюсь, не получится. А ты не бойся. Получится. Раз Захар сказал, значит, получится. Закон моря. Ты у меня будешь шофером первого класса. Я им покажу, как из непутевых людей делают. Давай! Давай! Так! Так! Первая! Молодец! Хорошо! Куда? Уже лучше? Молодец. Вера, принимай бетоны. Ого. Захар. Здорово, Тимофей Кондратьевич. Здорово. Ну как, доволен? Настоящий парень, орел. Орел. Честное слово, орел. Парень, что надо. А вот какое дело, Захар. Да. Завтра в город поедем. Парочку новых машин получить надо. Ты водителя подбери. А что подбирать? Поеду я и Ваня. Какой Ваня? Ваня Брошкин. Будьте уверены, шофер, что надо. Первый класс. Моя школа. Да. Ну, ладно.
Терял навек. Да, с ним ничего не случилось. Что ты в этом понимаешь? Ох, попадет ему за меня. А тебе, думаешь, не попадет? Меня-то посадят, это факт. Давай, убежим. Вот что. Иди-ка ты домой, а то еще заодно и тебя заберут. А я не боюсь. Ну, вот он начал меня перегонять. Хотят. Нет, я живым не дамся. Ваня! Ваня! А? Это ты? Хороша. А ну, марш домой. Я тебе задам. Так, так. Значит, все мое доверие псу под хвост. Под хвост. Виноват я перед тобой, Захар Силыч. Да что я?
Ты колхоз подвел, понимаешь или нет? Понимаю. Ни черта ты не понимаешь. Струсил, сбежал. А зачем председатель на меня облаву устроил? Милиционера вызвал. В общем, я тебе так скажу, Захар Силович, я решил бежать из деревни. Вот с тобой попрощаюсь, айда, только меня и видали. Ну, беги, беги. Ну, бегу. Стой. Чего? Щенок. Тимофей Кондратьевич за доктором послал, чтобы тебя, дурня, в больницу отправить. А он бежать. Облава. Ну. Вот тебе и ну. Шутишь ты, Захар Силович. Какие могут быть шутки? А милиционер зачем же? Милиционер? Милиционер для порядка. Так а что же мне теперь делать? Иди домой. Мать-то, небось, с ума сходит. А как же с машиной-то? С машиной-то? Ну что ж, мотор проверим, рессоры переберем. Может, и обойдется, а? Хватит на сраму. Чтоб она не смела и на улице появляться. Может, скажешь, ей в школу не ходить? Да, не ходить. Пусть дурой неграмотной остается. Вы думаете, Василий Федорович? А, заходи, заходи, Аполлин Петрович. Ты что, смеешься, что ли? Ведь ей последний класс остался. Из нее еще какой человек получится? Не получится из нее человека. Вот я ее замуж выдам. Ошеломляющая новость. Так сказать, сенсация. Чего-чего? В чем дело? Бровкина Ивана Романовича призывает в ряды советской армии. Ох, слава богу. Видишь, как все хорошо обернулось? Да не путево ей и не пара. Конечно, не пара. Ваш зять должен быть человек интеллигентный. Чего? Человек, так сказать, умственного труда. А, это хорошо. Будет у меня интеллигентный зять. Святые слова, Тимофей. Да, будет. Спасибо, будет. Тимофей Кондратьевич. Разрешите идти? Чего? А, да, иди вручай повестки. Слушаюсь. Александр Никитич, позвольте. А это разрешите вам вручить. Опять? Это сюрпризные, это сказать, из старых запасов. Для вам духи самому пригодятся. Вы человек молодой. Я, извиняюсь, духов не употребляю. Мое мнение такое. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной. Счастливо оставаться. Вот это человек. Интеллигент. Чем не жених для Любаши? Да что ты, Кондратич, ошалел, что ли? А что, не нравится? А тебе нравится? А ну, марш в школу. Мой характер. Каракеева. А теперь прошу товарищей будущих солдат нашей армии пройти в президиум. Вот, иди, иди, Ванюша. Ведь они тебя тоже зовут. Ты нажат, вот чудо. Дорогие товарищи, сегодня мы провожаем в ряды родной советской армии славных сынов нашего колхоза. Вы все их хорошо знаете. Это Николай Бухвалов, механик нашего колхоза. Петр Соколов, помощник бригадира. Нашего лучшего наездника, конюха Никиту Козырева. Ну, и, наконец, мы провожаем всем вам известного своими достижениями шофера первого класса Ивана Бровкина. Тимофей Кондратьевич, а? Ну зачем? Ну, он, конечно, пока еще не достиг того, так сказать, но...
мы даем нашим призывникам наказ не уронить славного имени нашего колхоза, быть отличниками боевой и политической подготовки. Одним словом, не срамите нас, сынки. Это вам от нашего колхоза на память. Ну, на, получай брошки. Уезжаю. Сядем. Сядем. Утки летят. Летят. Я тебе каждый день писать буду. Солнышко вышло. А песни не будешь писать? Мне пора, Вань. Ну что ж, иди.
Милее тебя нет красивей, ты словно песнь соловья, ты словно в небе широком и синем, ранняя зорька моя, ранняя зорька моя. Снаряду. Снаряду. То есть, сержант, я, пожалуй, так не сумею. Разговоры. Делаю вам замечание, Бровкин. Выполняйте. Что у вас смех? Бровкин, встаньте в строй. И давай, Баев, покажите, что можно делать на перекладине. Как, Бровкин, нравится? Здорово. Артист. А год назад он, как и вы, за воздух руками цеплялся. Эй, Бровкин! Не отсобой, Бровкин. Ну, пожалуйста, быстрее. Отстань. Отделение! Шагом! Марш! Отделение! Стой! И не шевелись! Налево! Равняйсь! Спирно! Больно! Рядовой Бровкин. Чего? Встать! Вы что это? В деревне на гулянке? Кто вам разрешил покинуть строй? Была же команда воли. Устава не знаете? За самовольный выход из строя объявляю замечание. Повторить. За самовольный выход из строя... В общем-то, понятно, товарищ сержант. Отставить! За самовольный выход из строя и пререкание объявляю наряд не очереди. Становитесь в строй. Слушаюсь. Равняйсь! Мирно! Разойдись! Ну что, Бровкин, опять нарядик подхватил, а? Ну и подхватил. А чё он ко мне придирается? Ничего не придирается. Правильно придирается. А вообще наш сержант новичков не любит. Господин Сергей. Ну что ты врешь? Трудно тебе будет, Бровкин. Да, трудновато. Не слушай ты кашель, Бровкин. Сержант очень хороший. Он солдата любит. Любит. Я вот попрошу командира батареи перевести меня в другой расчет. Ты что думаешь, что здесь как у себя дома? Куда хотел, туда и пошел. Что захотел, то и сделал. Нет, брат, здесь армия. Понял? Другой расчет не выйдет. А вот ты знаешь, что я тебе скажу? По душам. Ну, чего? Вот галфарту слопотать ты можешь. В другой расчет нельзя. А Кашину не верь. Сержант у нас душа человека. Дремучих лесов.
земли кругом, всегда мы готовы на подвиг любой. А сердце хорошего, верного друга пути неизменно с тобой. Душу ты мне растревожил, Брошкин. Молодец. Сыграй еще. Пути ты собьешься, и некому руку тебе протянуть. Ты слабеешь в борьбе. Но сердце хорошего, верного друга... Пропал наш сержант. Совсем пропал. Молодец, Брохт. Подобрал ключи. Ага. Рядовой Кашин стрельбу закончил. Рядовой Бровкин стрельбу закончил. Разряжай, разряжай. Стой, 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 стой. Рядовой Бровкин, доложите результат стрельбы. Ну, доложите. Вроде как не попал, товарищ сержант. Да вот же ваша пробоина. Ну, а теперь посмотрим, что у вас, Кашин. Товарищ сержант, у Кашина одна мишень поражена. Неважно, Кашин. Вам стрелять нужно лучше. Не первый год служить. Так я... Но у вас для начала неплохо. Надо идти. Мельче мушку брать. Раз. 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 Давай, давай, работай. Слушай, Бровкин. Чего? Если ты не хочешь работать, отойди, пожалуйста. Пожалуйста. Ну и лодыри же нам прислали. Прекратите курить возле орудия. Вы почему не работаете? Да сколько же можно ее драить, товарищ сержант? Пока чистый будет. Ну что, и сержант не помог? Вперед! Понятно? Понятно, товарищ сержант. Преодолеть фасад дома. Вперед! Кашин, помогите. Слушаюсь. Станьте в строй, товарищ Кашин. Слушаюсь. Сержант Убровкин из шелка выходит. Я бы за это нарядик подхватил. Смотри-ка. Вот видите? Товарищи, надо помогать Бровке. Идите. Слушаюсь. Отделение Спирра! Товарищ капитан! Вольно.
Отделение вольно! Ну как, новичок? Привыкай, товарищ капитан. Говорят, он на гармошке хорошо играет. А? Отлично играет, товарищ старший лейтенант. Итак, товарищи, мы разобрали с вами основные виды термоядерного оружия. Следующая тема наших занятий – применение атомной энергии в мирных целях. Если вопросов нет, на этом закончим. Нет, ну, нет. Все верно. Товарищ, да? А в атомных электростанциях тоже уран применяют? А как же? Это же один из видов ядерного горючего. А почему же там взрыв не происходит? Точно! Товарищи, получите корреспонденцию! Андреев! Я. Получи. Кашин! А, давай. Получи. А это душистая, Коломиец. Давай, давай сюда. Антонов! Давай сюда. Так. Это тебе. Это тебе. Все? Товарищ лейтенант, минуточку, вам письмо. А, спасибо, да. Спасибо, давно не получал. Слушай, дайте, неужели у меня ничего нет? К сожалению, ничего. Понимаешь, два месяца и ни одного письма. Как ни одного? Ты вчера получил. Это от матери. Ах, от матери, от нее ничего. Слушай, ты хоть скажи, как ее зовут. Не все ли тебе равно? Ничего не поделаешь, разлюбила, наверное. Не может этого быть. Очень может быть. Нам, почтальонам, это хорошо известно. Петр Иванович, надо сегодня же закончить вывозку удобрений. Не успеем, пожалуй, Тимофей Кондратьевич. Не успеем, надо успеть. Да, за укладкой проследи, я в район еду. Тимофей Кондратьевич, вы уезжаете? Да, еду, а что? Необходима ваша подпись. А, ну ладно, давай скорее. Нюрочка, разложите, пожалуйста, сегодняшнюю почту. Да ну давай, давай скорее. Слушайся. Вась, за мной. Я спрошу. Здравствуйте. Это ведомость. Прошу вас. Здесь. Спасибо. Это небольшой счетец. МТС? МТС. И число, пожалуйста. Все, спасибо. А это почта? Ну, почту потом. Нет, я вас прошу, Тимофей. Так. Дорогая моя Любаша. Что это? От кого это? От Бровкина, Иван Романович. От Непутева? Дорогая моя Любаша. Вот уже два месяца, как я пишу тебе каждый день. Но я ей покажу. Я не понимаю, при чем здесь Любовь Тимофеевна? Да как же при чем? Она с ним в любовной переписке состоит. Что вы, Тимофей Кондратьевич? Ваша дочь ни одного письма не получала. Да как же не получала? Вот так, не получала. А куда же они девались? Видите ли, они попадали ко мне. Я, так сказать, оберегая честь вашей семьи, не доводил их до сведения адресата. Ты что же, стал бы, чужие письма читал? Зачем читать, Тимофей Кондратьевич? Я с ними расправлялся так же, как вы сейчас. Но это же подлость с твоей стороны, Самохвалов. Зачем такие громкие слова, Тимофей Кондратьевич? Вы сами извините, разве не допустили правонарушения, уничтожив письма непутево? Я же отец. Я и старался, что вы отец. А вы мои честные намерения называете подлостью. Ну ладно, ладно. Как-то нехорошо получается совать нос чужие письма. Но какие же они мне чужие, Тимофей Кондратьевич? Они же адресованы вашей дочери. А разве я для вас чужой человек? Да вот, например, письмо к Захару Сивычу. Оно же нас с вами не касается. И мы не интересуемся, что ему там пишут. А что, говорят, он опять в морской флот собирается? Да, самим министром в переписке состоит. Ну да. Туда, пожалуйста. Жалко. Хороший мужик. Морская душа. Что делать? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. О, полюбуйтесь, вот ваша дочка. Письмами интересуется. Сейчас, Лора, дедушка, Верка, беги, тебе есть. А твой тебе не пишет, Любаша. Тише. Говорят, у твоего солдата в городе другая ромашка завела. А у меня никакого солдата нету. Бочки нету. Кого ж ты хочешь обмануть? Сама ждет, не дождется. Он же непутевый, чего с него взять-то? Ну ладно, я ему покажу. Thank you.
знает. Знаю я, наше счастье растет, подрастает. Отбываете, Захар Силыч? Отбываю, Аполлинарий Петрович. Но если меня здесь забудут... Что ты? Как моих друзей. Я вернусь и в порошок сотру. Понятно? Понятно. А ну, давай мою любимую... Какую? Песню Вани. Где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут. Ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если в гармошках разбирать, то говорить не поет. А капитан-то тоже музыку любит. У него должность такая. Он обязан душой солдат интересоваться. Ну так что, товарищ, пошлем завтра Бровки на насмотр полковой самодеятельности. Пошлем. Ну так, да, что ли? Правильно, товарищ старший. Тихо, тихо, тихо. Где Бровкин? Нету. А я. Заболел, наверное. Рядовой Абаев, бегом в казарму, узнайте, что с Бровкиным. Слушаюсь. Бегом! Слушаюсь. Рядовой Абаев. Слушаю, товарищ капитан. Куда бежите? Узнать, почему Бровкин не вышел на физраку, товарищ капитан. Не вышел? Возвращайтесь в строй. Я выясню сам. Слушаюсь. Хорошо играет? Очень хорошо, товарищ. Он на Олимпиаде себя еще покажет. Вы что, репетируете? Репетирую, товарищ капитан. Встань! Рядовой Бровкин, кто вам разрешил не выходить на физзарядку? Так я же, товарищ капитан, репетировал. Артист, придется вам вместо Олимпиады пойти на двое суток под арест. Опоздал. Эй, артиллерия! Пошевеливайте быстрее, авиация! Обед идет. А тебя за что? Репетировал. Чё-чё? Репетировал. Тебе-то чего? Как чего? Ты срамишь наш расчет. Ему обидно. Это нам обидно, что ты такой. Ты сам в этом виноват, комсорг. Я не виноват. Бровкин не виноват. Он такой пришел к нам. Что я могу с ним поделать? Кто не вышел на физзарядку? Бровкин не вышел.
Кто опоздал к вечерней поверке? Бровкин опоздал. Кто выходит без команды из строя? Опять Бровкин. Он думает, что его в комсомол за гармошку приняли. Ему за гармошку все прощается. И я говорю, что все прощается. Неправильно прощается. Я предлагаю Бровкину объявить выговор. Что? Я предлагаю выговор. Правильно. Записать ему выговор, будет знать. Видишь, ты быстрый какой нашелся, выговор. В этом разобраться надо. Все ясно. Тихо, тихо, товарищ. Ну нельзя же все вместе. Дайте слово Бровкину. Правильно, нужно дать слово Бровкину. А я не просил слова. А вам что, нечего сказать, товарищ Бровкин? Ну, а чего говорить-то? А ну, выходи-ка. Ну, чего выходить? Все правильно. Наверное, я виноват. И далее, он еще не уверен. А ты сколько воскресенье увольнительный в город не получаешь? А я-то? Да ты-то. Ну, сколько? Завтра вроде только третье. Тихо, тихо, товарищи. Ну, говорите, Бровкин. Что же вы так и будете, товарищи, подводить, а? Да. Вы знаете, Бровкин, вот когда идешь в бой, так нужно быть уверенным в своем товарище. Как это вы поете-то? А сердце хорошего верного друга как? Беде не оставит тебя. Вот-вот. Видите? А вы? А он на занятиях через окошко прыгнул, а товарищ не помог. С вами, Бровкин, никто даже в разведку-то не пойдет. Не верит вам, товарищи. Ну, что вам можно поручить? Какое боевое задание? Сила воли-то у вас есть? Стойкость-то есть? Есть. В бою, товарищи, не подведете? Выручите? Не подведу. Выручу. А почему же вы сейчас подводите и себя, и своих товарищей? Можно мне? Пожалуйста, товарищ Буслаев. Товарищи, комсомолец Бровкин действительно не раз нарушал воинскую дисциплину. И он заслуживает самого сурового взыскания. Но Бровкин мне, как командир орудия, обещал исправиться. Не верю я его обещаниям, товарищ сержант. А я верю, товарищ Кашин. Разрешите мне? Пожалуйста. Товарищи, я считаю, что если комсомолец дает обещание, он его обязательно выполнит. Предложение замполита правильное. Надо верить обещаниям комсомольца. А я что-то не верю этим обещаниям. Надо знать Бровкина. Вот именно. Не вижат Бровкина. А снова не пишет. На собрании прорабатывает. А ты его не жалей, он сам себя пожалеет. Потом возьмет еще какой-нибудь бутылек выпить. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Я вас слушаю, товарищ брат. Ошибка произошла, товарищ старший лейтенант. Я не давал никаких обещаний. Товарищ сержант, слушаюсь. Вот Бровкин говорит, что он не давал вам обещания. Вы разве это отрицаете? Да нет, дело не в этом, товарищ сержант. Я хочу сказать, что я... Ну, что я даю вам это обещание. Ну вот. Впереди! Батарея! В бою! Оба справа! Ну-ка,
ты поменьше разговаривай. А ну давай! Давай! Товарищ! Товарищ! Огневую позицию за 3 минуты 14 секунд, товарищ капитан. Молодцы. Кто отличился из солдат? Бровкин и Абаев. Вот, опять Бровкин. Да. Ваш любящий сын. Доченька. Ты плачешь? Ты от радости. Письмо опять получил. Письмо? Да. Письмо, да беда. Прочитать не могу. Очки куда-то подевала. Так давай я. Прости, милая. Прости. Дорогая мама, это тебе письмо, тетя Дуня. Ну, конечно. Я у него одна мама-то. Прости, что запоздал с ответом. Но времени свободного совсем нет. Много занимается. Занимается. Учится много. Тяжко ему там одному без меня. На чужой сторонушке. Скоро уезжай, но адрес остается прежний. Угу. Пишешь, что адрес прежний? Да, прежний. Воинская часть, номер 1538. Ну, ты ведь знаешь. А почему это я должна знать? Я ему не пишу. И он мне не пишет. Батюшки! Молоко у меня в печке. Держи-ка. Ах ты, батюшки! Дурецкий. Совсем из ума выжила. Показали, что третья батарея добилась хороших результатов. Отлично работал расчет сержанта Буслаева. Личному составу расчета объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу! Особо отмечаю четкую, умелую работу наводчика. Как его выражу? Ефрейтор Бровкин, товарищ полковник. Ефрейтора Бровкина. Предоставляем отпуск на родину сроком на 10 суток. Служу Советскому Союзу!
Вас учение третья рота, у деревни на виду. Да, на виду! Мимо сада огорода, мимо девушек в саду. Да, мимо девушек в саду. Грузок на платочке синие, говорит, чем пытовочь, да пытовочь. На дороге ты, родиня, шли бы девушкам помочь, да шли бы девушкам помочь. Старшина был очень красав, выполнять приказ изволь, приказ изволь. Пропало, что в точке грядок, в 18.00, да в 18.00. Этот случай не забылся, а причина тут одна, да тут одна. Через месяц вдруг женился наш товарищ старшина, да наш товарищ старшина. Батарея! Ну что, готово? Так точно, товарищ старший лейтенант, готово. Вешайте. Разрезь! Смотрите, как Бровкина разрисовали. Дружный расчет. Расчет сержанта Бусинаева. Лучше научить наше подразделение. Соня! Всего нашего подразделения. Бровкин! Иди сюда! Тише, братцы. Перехвалили Ивана. Просто перехвалили. Ничего не перехвалили. Правильно написали. Это ему Зайцев по дружбе устроил. Ах, да! Теперь он нос задерет. Выдающаяся личность. Да, да, да. При чем тут личность, братцы? Ну, обо всех напишем. Ну что, товарищ Абаев, скучно будет в батарее без Бровкина? А? Скучно. Очень будет скучно. Вы только смотрите, не зазнавать. Ну что, товарищ старший лейтенант, нет, я... Бывает. Всяко бывает. Братцы! Одно из двух! Или понимаешь, письма или танцы? Давай танцы! Все равно мне никто не пишет. А это как сказать? Чего-чего? Бровкину Ивану Романовичу. Ну-ка, покажи. Покажи, ну. Ну, покажи. Слушай, а мне там нет? Буслаеву! Либо не лето, а мне там нет. Кашину! Разрешите войти? Входите, входите. Да, я ефрейтор Бровкин. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Пожалуйста. Завтра в дорогу? Пришли прощаться? Никак нет, товарищ капитан. Раздумал ехать. Ты ж как это раздумал? По какому это случаю? Ну-ка, садитесь. Поговорим. Ну? Значит, решили не ехать? Решил. Ну что ж, дело ваше. А я вот письмо из дома получил. Пишут, что скучают. Наверное, о вас скучают. Вам что пишут? Что пишут? Вот, всякую ерунду пишут. Батюшки, как вы с письмом-то распорядились? Можно прочитать? Читайте. Да, нехорошо. Очень нехорошо получается. Ну, с чего хорошего? Так, обидеть человека. И главное, за что, товарищ капитан? Вот тебе раз. Обидел девушку и сам не знает, за что. Я обидел.
Целый же год вы ей, бедняжки, не писали. А теперь еще вот ехать отказываетесь. Это я-то не писал. А то кто же? Нет, товарищ капитан, в этом надо разобраться. Я так думаю, надо разобраться. Так ведь, товарищ капитан... Надо поехать и разобраться. Поехать? И разобраться. Да. Ну да. Слушаюсь, поехать и разобраться. Счастливого пути. Кто? Маманя! Ванюша! Ванюша! Ты такая же. Ой, а ты-то как в избу-то входите? Ну, сейчас, чемоданчик. Чемоданчик, не беспокойтесь, не беспокойтесь, Иван Романович, не беспокойтесь. Ой. Ванюш, папирос не забыл? Здесь. Евдокия, покажи сына-то. Здорово, Иван Романович. Вылепи, отец. Я сам катан. Угощайтесь. Благодарствую. Не курящий. Дунь, Ванька-то у тебя какой красавец. Не Ванька, а Иван Романович. Господи, вот ты и непутевый. Иван Романович! Ваня! Здравствуй, Ваня! Здравствуйте! Здорово, десят. Надолго приехал, Ванюш? На 10 суток, Галочка. Ух, Галочка! А времени нет у него, командир просил не задерживаться. По делам приехал? Или так погулять? Да как вам некогда сказать? Ему гулять. Приехал колхоз помочь. Вот. Вы меня, девчата, извините, мне нужно зайти к Тимофею Кондратьевичу. Нам к председателю. Мамань, вы меня здесь подождите? Ну, конечно, Ванюшенька. Разрешите обратиться? Бровкин! Ваня! Так точно! И не узнать тебя! Молодец! Орел, герой! Тимофей Кондратьевич. Да знаю, знаю, все знаю. В газетах про тебя писали. От командования письма получал. Не срамил колхоз, молодец! Ну, что скажешь, Аполлинар Петрович? Что ты Ваня не узнаешь, что ли? А, ну как же, узнал. Здравствуйте, товарищ Бровкин. Здравия желаю. Возмужал. Возмужали вы, Иван Романович? Да, действительно, возмужал. Ну, как дела? Надолго к нам? На 10 суток, не считая дороги. Краткосрочный отпуск, да. Согласно приказу командования. Так. Тимофей Кондратьевич. Может, во мне какая нужда есть? Я хотел бы помочь. Помочь? Да, практически помочь. По ремонту машин, механизмов. Время горячее. Как вам сказать-то? С тех пор, как вы уехали, у нас, слава богу, ни аварий, ни поломок. По-моему, пусть отдыхает, а? Спасибо за совет, Аполлинарий, как... Петрович. Петрович. Ага. Постараюсь им воспользоваться. Ну, ладно, ладно. Работа и для тебя найдется. Мы от помощи не отказываемся. Ну, ты иди-ка домой, отдохни, а вечерком я загляну к тебе. Ну, жди. Слушаюсь, Тимофей Кондратьевич. Вот что армия-то с человеком делает. Один год и не узнать Вани Бровкина. Да, а мое мнение такое, Тимофей Кондратьевич. Человек на военной службе грубеет. У него, так сказать, теряются всякие чувства. Да чувства-то чувства, а что нам с письмами-то делать? Ты вроде как некрасиво поступил, а я за дуру потакал тебе. Да, нехорошо, нехорошо вы поступили, Тимофей Кондратьевич, очень нехорошо. Я нехорошо поступил, а ты, ты-то хорошо поступил? Красиво?
Я человек посторонний, а вы отец, председатель, лицо, так сказать, ответственное. У меня есть мнение, я могу вам посоветовать. Но? Чтобы вам не попасть в глупое положение, мягко выражаясь. Ну-ну! Так сказать, Любаша не должна встречаться с этим грубым солдатом, и он ничего не узнает. Вашей дочери все-таки должно же быть самолюбие. Ну и подвязь за ты, Самохвалов, пробы негде ставить. Опять громкие слова. Подлец. Ей-богу, Тимофей Кондратьевич, у вас нет чувства юмора. Это тактика. Военная хитрость, так сказать. Да, хитрость. Своих голубков. Тимофей Кондратьевич, я не понимаю глубины ваших намеков. Да какие тут намеки? Тут, видать, дело миром не кончится. Солдат приехал. Елизавета Никитич. Берите, берите. Вы человек молодой, вам духи самому понадобятся. Эх, зачем теперь человеку жизнь, а? А затем, чтоб скрыть следы преступления. О! Так, так. Ну вот, и концы в воду. Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра. Любас, ну честное слово, каждый день писал. Честное слово не получала. Надо мной вся батарея смеялась. Зачем обманывать вас? Уж лучше сказал бы, что не хотела отвечать. Бухгалтер тебе голову закрутил. Любаша. Любаша. Что? Ну, честное слово, каждый день писал. Честное слово, не получала.